В металлургическом районе неизвестный забрал у школьника iPhone и скрылся. По подозрению в совершении преступления, полицейским удалось задержать этого человека. 13 августа у дома по улице Шоссе Металлургов открыто похитил у 16-летнего подростка сотовый телефон стоимостью 19 тысяч рублей. Поймали 19-летнего парня благодаря приметам, которые указал пострадавший 16-летний мальчик. Задержанный сразу стал давать показания. Было заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Если его вину докажут, парню может грозить до 7 лет тюрьмы. Тем более стражи порядка подозревают, что он может быть причастен к целой серии подобных грабежей.